вот так вот завершается первый день моего путешествия из Самуи в Пай. Я приехал в Суратани, маленькую тайскую провинцию. Снялся уже номер в отеле, вот в этом вот. Всего 300 бат за ночь. Это очень дешево. Отличное место тут, практически центр города, набережная очень красивая. Вот сейчас закат. Ближе до следующего города Чумпона где-то километров 200, поэтому я по-любому не успевал туда нормально доехать. Там часов 5 мне пришлось бы ехать моим темпом, потому что я еду обычно километров 60, не больше. Вот. А так, первый день, особо не напрягаясь, я решил проехать первые свои 100 километров и отдохнуть немножко. Потому что еще предстоит несколько тысяч километров пути. Вот так вот. А здесь прекрасное место, чтобы отдохнуть, посмотреть, как течет речка, посмотреть на закат. Ну вот. Закат, конечно, такой типичный для крупных городов, потому что солнце, оно не очень-то ярко светит. Ну, собственно, что тут в первый день скажешь? Приехал и приехал, будем смотреть, что дальше будет. Сегодня планы отдохнуть и как следует, и завтра двинуться в путь.